Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Шерлок Холмс и Секрет Ктулху. Так, в прошлой серии мы с вами поговорили с этим вот Бейкером, да, который нам вот рассказал какую-то некую информацию. Вы узнали что-нибудь еще? Вы узнали что-нибудь еще? Нет, я не узнала ничего. Нет, мы не узнали. Так, ничего. Где-то тут ходили санитары, вон да? Ты. Санитарный санитар обсанитарил весь сортир. Так, нам нужна эта карта. Карта помещения нашего. Где мы находимся? Мы находимся вот где-то здесь, да? Вот. В лаборатории. Герда Беркер. Бейкер. Значит, мы вот здесь сейчас находимся, да? Да. Герда здесь. Так, а нам надо куда? Нам надо посмотреть, что там дальше делать. Давай еще пройдем по коридорам. Пошли. Посмотрим, что там у нас. Ня-ня-ня. Здравствуй. Этот шлюз должен вести на нижний этаж. Или в ад. Как выражается Маурицу. Вот бы туда сходить, посмотреть. Может, не надо пока? Не надо. Да, свет пока, наверное, не надо, я тоже так думаю. Так, шаримся, обшариваем наши шарки. Так, здесь у нас кто? Герда, да, сидит? Герда, а где твой Кай? Ты так и не нашла Кай, и попала в психушку. Точно. Гберта. Может, она и не Герда, а Берта. Ну, ты будешь Гертой. Так вот, вот мы нашли настоящую Герду. Она сидит в психушке. Так как и нашла Кая. И всем рассказывал, что у него ледяное сердце. Он стал мне. Что это такое? Что ты взяла? Лопату? Какую-то фигню взяла. Наковальню взяла? Зачем ты наковальню взяла? Не знаю. Ух, мы кому-нибудь пистонов в задний проход ставим. Ну, давай, пойдем. Так она для чего нужна? Откуда я знаю? Для того, чтобы гвозди выравнивать. Выравнивать, да, я тоже так полагаю. Скорее всего, для какого-то выравнивания. Ничего, больше ничего нельзя. Песочек возьми. Будем всыпать куда-нибудь. Так, ничего. Куда мы пойдем? Пойдем далее. Пошли. Ну слушай, я. Задолбался уже. Найти бы тебя, где там орешь. Ты слушай, я иду, я тебе говорю, я сейчас подойду. И поякаю тебе. Я. По какому языку ты говоришь? Я. По-русски, я, по-немецки. Пошу. Санитары там отвлечены пока, да? Мы тут везде полазим. Череп забирать, череп. Мне не надо. Зачем? Главное сохраняться. Что там такое-то? Почему она все время вылезает? Оп. Так, значит, где мы там еще были, где не были? Что нам тут еще осталось делать? Что она вылезает? Скажи мне. Что? Почему вылезает все время эта штука поганая? Какая? Вот это, меню. Потому что я так нажимаю. А зачем? Вот случайно нажимаю. А какая кнопка? Правая кнопка мыши. А, ну не нажимай. Так, мы здесь были. Вот я пока путаюсь. Да, мы здесь были, мы здесь собрали кашпо, машпо, рашпо, попшо, да, кто-то здесь вот увлекался хлопшо. Всякими штучками. Я. Хоть этого не слышно. Я. Да, здесь как-то поспокойнее. В смысле, зеркало разбито. Да, и правда. Кто разбил зеркало головой? А, птицы, может быть, вылетели. А, точно. Мы же попугайчиков выпустили. Точняк. О, так, пробежим. Товарищ Шерлок Хум. Что это было? Звонок, пора в сортир. Куча? Кучер. Что это такое? Блин, после неумышленного пожара, устроенного нашими сотрудниками, я принял решение запретить доступ на кухню и в столовую всему персоналу, кроме фрау Майер. Понятно. Фрау Майер сообщница. Жесть, ты меня напугала, сумасшедшая. Ло-ло-ло. Таблеток объелся и зажжёшь там. Мне надо как-то избавиться от этого цербера в юбке, чтобы спокойно осмотреть кухню. Возможно, чё? Если бы я напустил туда дыма,
она бы подумала, что начался пожар, и убежала бы. Хорошо, давай пускать дым. Вот оно, значит, как. Давай пускать. Нам нужно гороха наезжаться, и мы пустим туда что дым у нас зловонный. Есть? Хлор, очки, бутыль большая. И котелок, да? Так, давай думать, как нам. Пошли. Пойдем вперед, пока не. Так, сад, да? Сад. Все в сад, все в сад. Здорово. Что-нибудь скажешь? Иди отсюда. Ты нам ничего не скажешь. Белая. Что ты такая белая, да, побледневшая? Бледная и глаза красные. Ты с этого. С того света сбежала, что ли? Плачет, смотри, никогда. Ага. Ой, птички улетели, так жалко. Хорошо, как нам напустить дым? Набери воды в бутыль еще нахрен. Вода. Вода. Да, а вода. Набери бутыль. Набери. Что это такое? Бутыль. Набрала. Теперь в другую набери. Хорошая идея, да? Как думаешь? Good idea. Все, поехали. Попробуй во все набрать воду, во все набрать. Не, наверное, не надо во всем набрать. Да? Так, вот там у нас это, вход, да, в эту фигню, блин. Что? Уи-уи? Нет, уи-уи нет. Хорошо, нам нужно пустить дым, правильно? Все птицы улетели, там походу над птицами издевались. Да, Лёш, нам надо пустить. Давай пустим дым. Что нам надо сделать для этого? Что-то надо сделать. Вот у нас есть какие-то химикаты. Химикалии? Вот здесь что-нибудь делать? Или пойдем в лабораторию, короче. Что-нибудь делаем. Пойдем, сходим там в лабораторию. Лабораторию. Может, ну а где еще делать, правильно? Химическая лаборатория. Конечно. Сейчас найдем эту лабораторию. Лабораторию. Вот она где-то здесь. Вот она. Вот. Санитар, ты спишь? Все, санитар спит у нас. Давай что-нибудь. Пойди-ка туда, так, к санитару. Иди давай. Кстати, он не шел. Мне сейчас ни к чему. Правда, что ли? Пошли к лаборанту, тут осходим, где он лежит. Ох ты. Где он спит, лежит, пошли. Так, пойдем. Чувачок, ты здесь до сих пор? О, как ты долго спишь, но спит. Чё, тут можно что-нибудь взять? Ой, возьми. Уже... Чувай! Пошёл вон! Слушай, это тот алкаш, который... Возьмите оставшиеся камни и обратите их в наличность. Затем выкупите остатки товара, как просит Шницер. Я хочу, чтобы все было улажено до моего отъезда. Письмо от Жигакса. Внизу его подпись. Однако я не понимаю. Камни? Какие камни он имеет в виду? Возьми чего-нибудь еще там, поищи, есть можешь что-нибудь взять, но аккуратней. Правая кнопка мыши или какая? Да. Постарайся попробовать нажимать ее. Стараюсь. Углекислый калий, также известный как поташ, отлично подойдет для создания дымовой шахты. О! Вот оно, значит. Паскуда. Что ж ты молчал там? Так, бутыль с логотипом. Котелок. Наверное, в котелок, да? О, хрен, знаю. Мне нужно тщательно отмерить дозу. Забрал он или что? Так, хорошо. Тщательно отмерить дозу. А, на весах только тщательно можем отмерить дозу, правильно? А где еще? Идите его мутить. Давай на весах отмерим тщательно дозу, а то перестараемся. Возьми котелок. Вот что? Все? Отмерил. Пойдем бабку поджигать. Так, куда он отмерил-то ее, не понял. А вот в этой же и стоит. Куда он ее отмерил? Наверное, в ней же осталось все. Да? Сейчас я сохраню тогда. Сохрани. Вот сюда, наверное. Хорошо, мы все сделали здесь. Он отмерил. Так, он отмерил, да, значит, а как поджечь? Выходи, Шерлок Плов. Пойдем. Можно бегать шифтом, если что. Если что. Если что. А можно бегать. Побежали, побежали. Мы поедем, мы помчимся на ногах утром ранним. Так, пойдем к бабке. Где эта кухня? Кича. Бабулька, бабулька. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Как у тебя все хорошо. Ло-ло-ло-ло.
Мне надо как-то избавиться от этого цербера в юбке, чтобы спокойно осмотреть кухню. Давай, возможно, шептуна. Если бы я напустил туда дыма, она бы подумала, что начался... Мышка, чпок. Ну и чё? Может быть, с чем-то смешать надо? Я должен сделать дымовую шашку. Для этого мне понадобится вода и некоторые химикалии. Хорошо. Да ради бога. Смешивай, что-то. Давай смешай что-нибудь. Так. Вода? Вода с чем? Ну, давай. Есть? Нет. Попробую эту фигню смешать. Может, сюда добавить хлор? Нет. Ни хрена. Не хочет. Ну, наковальню еще туда запихаю, конечно. Попробуй воду вот эту. А, у нас вода есть. Хлор, вода. Не хочет смешивать. Что-то не взяли, может, что ли, Моша? Так, котелок, хлор, бутылка с водой. Блин. Очки туда кинь, да, правильно. Так, хорошо тогда. Блин, ну эти очки зачем ты взял? Очки не бери, у нас глаза есть. Туда кинуть, что ли, надо? Не хочет? Кидай ее туда, неа. Бабуль, что ты там делаешь? Руки греешь? Ничего не видит. Так, пойдем тогда сходим в лабораторию. Может, там все надо на весах взвесить? И воды там количество, давай. И того, и того. Ешь перца, как бугерман, беги на всех парах с заднего прохода. Так, мы продвигаемся сейчас в лабораторию, хотим там что-нибудь измерить. И очень быстро. Так, давай измерить что-нибудь. Так, смотрим, чтоб не было никого, кто заметит. Весы. Это мне сейчас ни к чему. Ни хрена. Так, это он не хочет мерить, да? Как они неудобно сделали вот это меню. Из этой бутылки подойдет. Однако я должен точно знать ее вместимость, чтобы смешать ингредиенты в правильных пропорциях. Давай, смешивай. Теперь я точно знаю объем бутылки. И теперь смешивай эту фигню, вода с водой, это, попробуй. О! И теперь это... Дымовая шашка. Отлично. Все. Пойдем в бабку кинем бутылку, чтобы она там задохнулась почти, что она убежала. И мы пойдем на кухню жрать окорок. Ло-ло-ло, под ее пение. О-ло-ло-ло-ло. Бабулька, ты сейчас попоешь у нас. Дым-дым-дым-дым, не о-ло-ло-ло, а дым-дым-дым-дым-дым. Помогите, я горю. Ну, бабулька, сейчас ты будешь в дырку, не сюда. Сюда кидай. Ну, бабуль, прощай, давай. Прощай, бабуль. В дверь, что ли? Давай, в дверь. Так, почему он вперед не идет? Не знаю. Бабуль, лови попку. О, это уже пение получше, молодец. Слушай, на пятерку. Умеешь. Заходи. Так сейчас она санитаров, наверное, позовет или как? Быстрее все берем, все. Так, не надо быстрее, да? Я сейчас буду суетиться. Капусту забирай. Жрачку. Веревочка пригодится. А я думала, это записка. Повесится, пригодится. Хильдегарда, я нашла мешочек, все еще полный птичьего корма. Если после моей смены ты будешь заменять Баршиту или Бергитту. Не забудь следующее. Три коротких звонка, затем один длинный. Запомни, это нам по-любому, чтобы отправить лифт обратно в кабинет. Три коротких звонка, затем один длинный. Но мы можем записки потом читать. Обратно в кабинет доктора. Как только он прибудет на первый подвальный этаж, путь наверх будет перекрыт. Потом тебе придется спуститься вниз, чтобы забрать посуду. Всего хорошего и до встречи. Гретхен. Хорошо, один длинный. Один длинный и три коротких. Один длинный. А сначала. Дзинь. Дзинь. А сначала-то что идет? Три коротких? Первое, что идет. А фиг его знает. Ну, мы сейчас здесь что-то сделаем. Кастрюлю возьми, что-нибудь там. Все, смотри. Бутылку можно взять, да? Нельзя. Руки нигде нет. О, полено забирай. Это корыто. Ведро деревянное. Че, мы только веревку, что ли, взяли? Да. И че? Точно все? Это с этой веревкой надо. Попробуй вот здесь. Сделай что-нибудь. Вот здесь. Наверху посмотри.
Не, не здесь, вот здесь. Вот здесь, да. Вот. Чпокни здесь. Забирай что-нибудь, Шера. Нахрен нам от этого третьего лица. Пойдем отсюда, все взяли вроде бы. Так, ну вот, значит, а вот это что такое? Чашка. Это не чашка. А, вот она их, значит, и кормит, да? Так, что мы с этой веревкой-то можем сделать? Я не знаю, к лифту, что ли, топать? Сюда да, можно. К лифту, наверное, надо топать. Один длинный, другой топ. Абраш, маркер какой-то. Абрахадабра. Абракадабра. Так, что там было написано? Так. Три коротких звонка, затем один длинный, чтобы отправить лифт обратно в кабинет. Лифт, нам нужен лифт, да? Сейчас да. Еще раз на карту посмотрю. Вот здесь, понимаете, 100 кнопок, которые открывают нам вот это вот инвентарь. Просто I, Tab, вот кнопка мыши. То есть я уже тут путаюсь, какую нажать. Они все открывают. Так, что у нас есть? Бейкер, Герда. Хмейкер. Лаборатория. Кухня. Вот на кухне мы уже побывали. Да, теперь куда? Так, это что у нас здесь? Клифт. Смотровая. Вот, Фролин комната. Мюллер. А, я не знаю, туда что ли к ней топать? Сад. Смотровая. А где лифт? Надо искать. Так, а вот здесь мы дошли, но мы сюда не смогли зайти, да? Правильно, я полагаю? Ключ, что ли, где-то свистнуть надо? Может быть, в эту, в верёвку кинуть в окно, где разбитая оно будет? Может быть, давай кинем. Чихнул. Оп. Не хочет вперед идти? Нет, подожди, капслок не надо. Shift, если что, shift. Угу. Чё, верёвку закинешь туда, дровосек? Тихо. И наковальню нахрен. Плетёное кашпо и веревка. Нет. Нет. Ну, не знаю, это даже что там. Не хочет веревку кидать? Значит, нам надо в лифт что-то засунуть. Здесь мы были, все просматривали. Можно сюда не ходить. 100%. Если может, что. Мы на кухне что-то еще упустили? Я не знаю. Веревку ей отдать. Повесишься, чтобы да. Задушилась, да. А вот здесь что? Не, это не кухня. Если руки нет, значит сюда нельзя пройти. Смотри, кухня, ну здесь же нет. Продолжается все, правильно? Это... Она сейчас позовет кого-нибудь, но что-то недолго не бегут. Ведро она не из тех людей, которые там бегают, что-то зовет, они просто молчат и все. Посуду, что ли, какую-то взять? А у нас вроде есть какая-то посуда. Убери, попробуй веревку, может, что-нибудь возьмёт. Так, а вот это что за плита? Это плита. Нам бы заглянуть, что она готовит. А, у нас же есть ложка. Да ну, ложка чего? Похлебаем похлебку. Вот это из кабанчика. Ну, на кухне, а что еще надо? Ложку, наверное. Захлебнуть все в рот, запихнуть, чтобы. Там у нас сытым. Были какие-то закрытые двери, вроде как, не знаю, может попробовать. Подожди, а у нас этот не просил Бейкер, он у нас не просил веревку. Я не знаю, что он повеситься хотел, что ли. Я не знаю. Что-то он какую-то информацию хотел знать. Может быть, мы ему сейчас подойдем что-нибудь спросим? Ну пока некому, да. Ну пошли подойдем. Пойдем, подойдем. Чпок. Шастаем по больнице, никого нету. Один усыпил, что бабка сбежала, испугавшись да, пожара. Да, избавились от всех, вроде так, более-менее. Беркер. Ой, опять я. Так, где-то там. Он тебе ответил. Тихо, свободно. Чё? Узнали что-нибудь еще? Да. Нет. Узнали. Осторожно, там санитар. Да? Сейчас откинемся, да. Откинемся. Давай.
Исчез. Они все. А, они все же убежали, ё-моё. Значит, вот туда пойдем. Мы там не были. Вот здесь. Что здесь? Классенсиммер. Чё это? Этот замок слишком сложный. О! Так его не откр... Ложкой попробуй, как мы открывали. Давай. Этот замок слишком сложный. О, ложкой его не открыть. Этот замок слишком сложный. Так его не открыть. А у ложки у тебя и нету. А, есть, ты использовал. О, ключики. Этот замок слишком сложный. Этот замок слишком сложный. Ты задолбал уже, мы же ключи взяли. Наковальню хочешь открыть? Это невозможно. Правда? Это невозможно. Ты действительно умный, Шерлок Холмс. Там тупик. Так, ну как-то же ну можно их открыть, правильно? Может быть. Нафиг. Что там такое? Да это какая-то петля дверная. Так, значит, мы должны пройти в те двери, которые мы не смогли открыть, да, наверное? Скорее всего. Хрен его знает. С этим не пообщались. Двери мы открыли. Это что такое? Замурованная дверь. Что, сюда, что ли? Это рассчитано на двух человек, а я один. Что же делать? Наковальню брать. Придумать способ потянуть за рычаг на расстояние. Наковальня и веревка. Да? Да. Ты мой гений. Ага. Или попробуй на рычаг. Попробуй на рычаг сначала повесить веревку. Мне нужно найти способ опустить рычаг, открывающий путь дальше, когда я нахожусь между двумя решетками. Теперь наковальню. Открывай. Эти рычаги хорошо смазаны. Блин. Рычаги хорошо смазаны. Веревка не используется? А у тебя веревки даже сейчас нет. Возьми веревку. Между двумя решетками. Веревка. Вот она есть, видишь? Ну, никак не хочет. Ну а что ему тогда надо? Наковальня. Может быть вот эта фигня повесь, вот эту. Нет? А сюда попробуй сразу. Есть, отлично. Наковальня давай бомбить. Мне давай. Кое-что нужно. Пу-пу. Сейчас эта вещь бесполезна. А что тебе нужно-то? Вода, что ли? Веревка, может. Это невозможно. Блин, что тебе нужно-то? Что это такое? Немножко не понимаю, что он хочет сделать. Ну, веревку попробуй на другую подвесить. Я не могу это сделать. А веревку что подвесить? Рычаги хорошо смазаны. Веревка. Давай веревку. Это рассчитано на двух человек, а я один. Блин, что туда надо положить? Давай зайдем тогда и его так используем. Давай. Че, он кинет? Наковальню кинет. Нет. Попробуй наковальню кинуть. Кинет, нет? Не кидает. Блин, нам туда надо по-любому. Так, а там вот этот ад, да, про который говорил нам Маурицио. Так, о, смотри. Кидай наковальню. Есть кинет? Руку. Руку положи. Давай. Сейчас эта вещь бесполезна. Тьфу, ё-моё, ни хрена. Хорошо, чувачок, чё тебе там? Что еще можно положить? Да больше ничего нельзя положить. Это невозможно. Ложку. Мне кое-что нужно. Я не могу это. Значит, мы что-то не взяли, это короче, всё. Мы что-то не взяли. Что мы не взяли, непонятно. Бейкер. Нет, я там никогда не был. А. Но я знаю, что доктор Жигакс всегда просит санитар спуститься вместе с ним, чтобы тот помог ему повернуть рычаги. Все? Вы узнали что-нибудь еще? Мы что-то не взяли, наверное. В лаборатории, может быть, что-то фиг его знает. Мне кое-что нужно. Да что тебе нужно-то? Сходить куда-нибудь. В лаборатории, может быть. Это невозможно. Это невозможно. Так, понятно, ладно. Посмотри, еще про кружок сделай. Может быть, нам в лабораторию или в мастерскую пойти. Помнишь, там, где мастерская была? Вот сюда. Зайди. Внимание, идет ремонт. Не надо на твой ремонт. Наковальню мы взяли. Подожди, не спеши, тихо. Песок. Что здесь еще может такое сильное быть? Труба. Ни хрена, ничего не берется. Это что такое? Это труба ржавая. Где там была труба, да? Угу. Так, значит, ну вот, мы узнали про то, что можно туда как-то спуститься, да, но пока мы способа не нашли.
пробрались в кухню, сделали дымовую шашку сегодня. И Может быть, в этот нам бак взять в лаборатории, вот здесь, попробую что-нибудь найти еще, может быть. Весы, это мне сейчас ни к чему. Бак возьми, ой, что такое. Кажется, эта лаборатория оборудована не хуже, чем... Попробуй бак взять, вот этот, который там не возьмется. А ну мы не возьмем, мы просто взяли какую-то фигнюшку. Че, уже закрыто, что ли? Он сам стоял за решеткой, что ли, этот, блин, странно. Не берется ничего, ну ладно. Да, тогда здесь это... мы и закончим нашу серию, да, то есть разберемся. Мы пошаримся здесь, потом мы поймем, да, что нам здесь делать. Да, все, да, подписывайтесь, да, на канал, ставьте в руку, ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Пока!